на конкурс «Дети читают стихи». Дмитрий Христофоров, 6 лет, город Менделеевск, Федорино горе, Корней Чуковский. Скачет сито по полям, а колыта по лугам, с лопатою метла вдоль по улице пошла. Так полы-то, так полы, так и сыплются с головой. Испугалась коза, ласта пылила глаза. Что такое, почему? Ничего я не пойму. Ну, как чудо, железная нога. Побежала, поскакала кочуга. И получаешься по улице даже. Эй, держи, 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 держи. И кастрюля на бегу закричала утюгу. Я бегу, 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 удержаться не могу. Вот и чайник за кофейником бежит, золотое, золотое бежит. Утюги бегут по пьячу, через ужу перескакивают.